Хан. Сидишь на чили, на расслабоне. Работает кто будет? Тебе мало моих замечаний, Дихан? Нет, все неправильно поняли. Я тут кресло на прочность проверял. Да. Кстати, я вчера вон на том кресле сидел. Хватит. С меня этих оправданий. Еще раз увижу, штраф без вопросов. Иди работай, а уже. Хорошо. Ну что, на этот раз тоже скажешь, что тестируешь? Конечно. Я не думал, что она такая удобная. Даже вставать не хочется. Вставать не хочется? Все, штраф. Түсінбедім бағы, қанда адамдар бар. Өткен жұмыстайым осындай претензия. Мен бағын текстерем қой бұл. Опять спишь, опять лежишь. У тебя уже было столько предупреждений, даже последние. Дальше только увольнение, Дейхан. Здравствуйте, добро пожаловать. Хотя, я думаю, я тебе дам один шанс. Ты знаешь этого дотошного клиента, да? Вот. Хоть один стул ему продашь, остаешься на работе. Есть, сэр. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем ему помочь? Я вот присматриваю стулья на кухню, но мне кажется, у вас все такое неудобное. Обратите внимание на этот стул. Он очень удобный, сам тестировал. На нем целый день можно посидеть. Присаживайтесь. Удобно? Ну да. Мы вас оформили? Кресла, стулья, диван. В ближайшее время доставим. Спасибо большое. Моим очень приятным делом. Наилучшего всего. Yes. Да. Как это кресла, диван, стулья. Молодец вообще. Опыт, ребят, опыт. Молодец. Красавец.